Самый лучший подарок, сделанный своими руками. Дети мобилизованных подготовили расписные пряники своим папам. Каждый рисунок, узор, надпись на прянике сделаны с любовью. Рисовать детям помогали их мамы и бабушки. А ароматные медовые пряники приготовили хозяюшки из территориального общественного самоуправления «Мостовая Слобода». Сегодня эта акция называется «Я жду тебя, папа». Сегодня будут расписываться пряники. И каждый ребенок постарается свою частичку любви, души вложить в тот рисунок, который будет изображен на прянике. И пряник потом будет направлен папе. Сладкие танки, самолеты, корабли из глазури. Рисовали ребята старательно, не обошлось и без добрых пожеланий. Кто-то папе желает удачи и победы, а кто-то скорейшего возвращения домой. Угощение доставляет прямиком в руки мужчинам. Ну, это дорого стоит, потому что увидеть весточку, если пряники как раз планируют отправить туда к ним, я думаю, что им будет очень приятно увидеть то, что сделали на них эти дети. Во-первых, они вкусные пряники, а во-вторых, все-таки сделаны руками детей. В акции приняли участие порядка 20 детей. Организаторы планируют и дальше проводить подобные мероприятия. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.